Этот шаг Ирана является ярким примером того, что отношения между Азербайджаном и Ираном достигли противоречивой точки. Об этом Ахраз заявил марокканский профессор по международным отношениям Иссам Ларауси, комментируя сообщение о том, что Иран ввел запрет азербайджанской стороне на полеты в Нахчеван самолетов, выполняющих в основном функции военного снабжения. По мнению эксперта, причиной такой военной риторики является конфликт геостратегических интересов двух стран. Тегеран начал военные учения у освобожденных границ Азербайджана в силу своих геостратегических интересов. Азербайджанское руководство, уважая суверенитет Ирана, рассматривало этот шаг как естественное право Тегерана, но не приветствовало его однозначно. По мнению эксперта, еще одной причиной враждебной в последнее время позиции Ирана к Азербайджану является отношение Тегерана к Азербайджано-турецкой коалиции. Такое отношение Анкары к Баку является исторической поддержкой. Иран обеспокоен этой поддержкой. Данные военно-политические шаги Тегерана являются большим событием в формировании политической и военной поляризации в регионе. Отметил эксперт. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.